судился с частным издательством «Мысль» почти 2 года и понимал, что это заседание решающее. Если он выиграет, ему выплатят неустойку, а если проиграет, его скромное имущество пустят с молотка. «Сегодня мне нельзя пить», — приказал он себе, выходя на улицу. Но по дороге в суд не пропустил ни одной рюмочной. Когда его вызвали для дачи показаний, он вдруг осознал, что не может связать и 2 слов. Его называют самым романтичным писателем своей эпохи. Достаточно вспомнить феерическую повесть «Алые паруса», написанную в самое страшное, голодное время Советской России. И невозможно поверить тем отзывам, которые остались от людей, близко знавшими его, что он такой мелочный, высокомерный человек, страдающий запоями, загулами. Кем же был? Каким был Александр Грин? Снобом, который презирал все человеческие ценности? Или глубоко несчастным, закомплексованным человеком, для которого единственной отдушиной был мир, в котором жили его герои? Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Тогда ты увидишь храброго и красивого принца. Здравствуй, Ассоль! Здравствуй! Это скажет принц. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда из Каперны. Именно о такой красивой, счастливой жизни Саша Гриневский мечтал в детстве. Он вырос в Вятке. Семья жила трудно. Отец Степан Евсеевич Гриневский брался за что угодно, только бы прокормить семью. Вечно раздраженная мать, а он так мечтал о ласке и внимании. Однажды, чтобы заслужить похвалу родителей, он выдал чужие стихи за свои. Отец, невероятно гордый его успехами, похвастал перед соседями, а они показали ему журнал с теми же стихами, подписанный совсем другой фамилией. С тех самых пор отец Сашу ни в грош не ставил. Он даже не отговаривал, когда тот в 16 лет решил уйти из дома. «На тебе 25 рублей и дуй на все 4 стороны». Я не знал, куда идти и что делать в этой жизни. Но была другая, куда так часто уносили меня мечты. Где яркое солнце, где огромное соленое море. Я всегда мечтал стать капитаном и покорять просторы океанов на корабле с алыми парусами. И Саша отправился в Одессу навстречу своей мечте. Но вскоре его мечты осколками разлетелись по грязной набережной Одессы. 2 месяца он скитался по городу, пытаясь устроиться на любое судно кем угодно. Матросом, юнгой, коком, грузчиком. Ночевал на бульварных скамейках, питался в босяцкой столовой. Наконец ему повезло. Взяли юнгой на пароход «Платон». Но как только пароход вышел в море, у Саши Гриневского обнаружилась морская болезнь. И полное отсутствие способности к морской науке. Он так и не научился вязать узлы и сигналить флажками. После этого он еще 2 раза выходил в море. Рейс в Александрию оказался единственным заграничным рейсом в его жизни. Но ни Сахара, ни Львов Саша в Египте не увидел. Лишь порт, пыльную окраину города, да арык с мутной водой. И тогда, навсегда распрощавшись с детскими мечтами, он вернулся в Вятку, город, который так и не стал ему родным. Из слухов об Александре Грине. Прошлое его очень темное. Говорят, что, будучи матросом, он где-то в Африке убил английского капитана и украл у него чемодан с рукописями. Знает английский, но тщательно это скрывает, а рукописи постепенно печатает, как свои. Но никакого чемодана с рукописями у Александра Гриневского, конечно же, не было.
Ведь иначе в Вятке он не хватался бы за любую работу. Ему приходилось быть и банщиком, и писцом, сочинять в трактире прошения в суд для крестьян, но заработать деньги честным путем не получалось. Тогда Саша Гриневский стал продавать краденое и вскоре оказался под следствием. Впрочем, суд, который состоялся в 1901 году, не смог доказать состава преступления. Но событие это наделало в Тихой Вятке много шума. Отец вздохнул с облегчением, когда непутевого сына призвали в армию. Может, хоть дисциплина сделает тебя человеком? Но он ошибся. Александр Гриневский прослужил в Пензенском резервном батальоне 6 месяцев. Из них 3,5 провел в карцере. Летом 1902 года пытался бежать. Его поймали, судили, вновь побег. На этот раз с помощью эсеров. И хотя Саша Гриневский революционных взглядов не разделял, был рад любой возможности избежать солдатчины. Правда, за помощь эсеров ему пришлось заплатить высокую цену. Русские эсеры в то время действовали по двум направлениям. Вели пропаганду и готовили теракты. Когда Сашу Гриневского спросили, сможешь убить человека, тот, не задумываясь, ответил, смогу. А когда все было подготовлено к теракту, Саша отказался в этом участвовать. Понял, убить не сможет. Но с эсерами окончательно не порвал. И все из-за Кати. С Катей Бибергаль Саша Гриневский познакомился в 1903-м в Севастополе. Катя была профессиональной революционеркой. Она приехала из Петербурга, чтобы наладить работу севастопольской ячейки. Чтобы понравиться ей, Саша стал заниматься профессиональной агитацией. Попал в поле зрения полиции, снова арест и тюрьма. Александр Гриневский свой первый рассказ написал в севастопольской тюрьме. Сам не ожидал, что получится что-нибудь путное, но когда прочитал его своим сокамерникам, те были потрясены. Да у тебя, брат, талант. Даже слезы на глаза наворачиваются. И тогда Саша Гриневский, которого редко вообще кто-нибудь хвалил, понял, решил, что писательство и есть его призвание. За 2 года в тюрьме он написал много рассказов о революционной жизни. Едва вышел на свободу, как вновь был арестован и сослан в Тобольск. По пути бежал, пробрался в Вятку. Отец, окончательно смирившись с тем, что из сына не выйдет ничего путного, выкрал из городской больницы паспорт умершего сына дьячка Мальгинова, отдал его Саше и сказал: «Езжай куда угодно, только держись подальше от Вятки». Где она? Настоящая счастливая жизнь. Чего я добился в ее поисках? Приобрел репутацию беглого революционера, научился писать рассказы, встретил любимую, которая похожа на полярную звезду, такая же холодная, таинственная и неприступная. Если так, то теперь у меня одна дорога – на север. И он уехал в Петербург, к Кате. Но вместе они были недолго. И этот разрыв отношений едва не стоил Кате Бибергаль жизни. Нок благополучно переплыл море и там за границей через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день. Из слухов об Александре Грине. Знаете, за что он попал на каторгу? За убийство своей жены. Говорят, была роковая женщина, мужчин сводила с ума. Не поверите, но полиция арестовала Грина прямо на месте преступления. Это случилось в первых числах января 1906 года. Катя сказала, что им не стоит быть вместе. Саша схватил пистолет и выстрелил в нее. Когда в комнату ворвались хозяева квартиры, она прошептала: «Не надо вызывать полицию, только скорую. А Саша пусть уходит». Испугавшись ареста, Гриневский убежал. Рана оказалась не тяжелой, и Катя вскоре поправилась, но наотрез отказалась встречаться с Гриневским. Через несколько дней Саша вновь был арестован. Не за попытку убийства, случайно, за поддельные документы. В одиночной камере в Крестах Гриневскому казалось, что жизнь кончена. Но все изменилось.
когда он встретил ее, Веру Абрамову. Товарищи Саши попросили девушку навестить его в тюрьме. Пришлось представиться невестой и для достоверности поцеловаться. Этот поцелуй и стал первым настоящим поцелуем в жизни 24-летней Веры Абрамовой. И она влюбилась, а Гриневский это оценил. Ведь Вера была не похожа на женщин-эсерок. Она была добрым ангелом, сестрой милосердия и страстно любила жизнь. Вскоре Гриневского сослали в Тобольск, откуда он вновь бежал в Петербург к любимой Вере. Но вначале зашел к эсерам. Те приняли его холодно, не могли простить покушение на Катю. Правда, сделали заказ на письменный текст агитационного характера. Так на свет появился рассказ Гриневского «Заслуга рядового Пантелеева». Этот рассказ Саша впервые подписал псевдонимом Грин, укороченным вариантом от своей фамилии. 4 года Саша и Вера жили в гражданском браке, ведь Гриневский был объявлен в розыск. В 910-м его вновь арестовали и сослали в Архангельскую губернию. Перед отъездом молодые обвенчались, и Вера уехала с ним в ссылку. Пожалуй, эти 2 года были самыми счастливыми в их совместной жизни. Грин много писал, но истории из жизни революционеров его больше не привлекали. В его новых рассказах герои носили заграничные имена и жили в городах, которые нельзя было найти на карте. Город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины стен, пение вдали и его эхо во враге, а ночью магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами. Вот Лиссе. Этот новый гриновский стиль настолько выбивался из русской литературы, что даже Валерий Брюсов, известный новатор, говорил: «Вещи красивые, но слишком экзотичные. Могут пойти, а могут и не пойти». Вот только Вера все вздыхала: «Ой, Саша, и зачем ты пишешь о каких-то фантастических пустяках? Написал бы большой бытовой роман и сразу бы вошел в большую литературу». Грин злился. Ну как она не понимает, что это его путь в литературе, и он не сойдет с него до конца своих дней? В 1912 году срок ссылки кончился. Грин вернулись в Петербург, сняли квартирку, искренне надеясь, что теперь они заживут счастливо. Вера считала, что деньги, которые наконец-то стал зарабатывать Грин, необходимо вкладывать в быт. А он, который столько времени находился в изоляции, хотел взять от жизни все. Тратил свои гонорары на выпивку, рестораны, женщин. На упреки Веры обычно отвечал: «Так живет вся литературная богема». Через год, осенью 13-го, Вера ушла от Грина, сказав на прощание: «Твой путь мне чужд». Грин совсем опустился. От полной деградации его, как ни странно, спасла революция. Вот она, наконец, та жизнь, о которой он мечтал. Но оказалось, что новой власти Грин не нужен. Ни как революционер, ни как писатель. Мечты вновь рухнули. Вокруг кровь, разруха, террор, война. Это были страшные годы. Грин целыми днями бродил по городу, пытаясь найти хоть какую-то работу, чтобы не умереть с голоду. «Почему дороги, которые я выбирал, привели в никуда? И где та светлая жизнь, о которой я мечтал? Где мир, в котором всегда весна, вечная молодость и настоящая любовь?» Именно тогда, в самый страшный голодный период, Грин задумал новую повесть о бедной девушке со странным именем Ассоль, грезившей о необыкновенном моряке, который приплывет за ней на корабле с алыми парусами. Она так страстно верила в это, что мечта сбылась. И это помогло Грину выжить и как человеку, и как писателю. Весной 18-го года он зашел в редакцию газеты «Петроградские новости» на всякий случай.
Вдруг там приняли один из его рассказов и увидел в приемной простенькую девушку с наивными глазами. На вопрос «Как вас зовут, милое дитя?» та густо покраснела и едва слышно ответила «Нина Миронова». Грин, как опытный ловелас, был уверен в легкой победе. Но неожиданно для себя натолкнулся на неприступную стену. Здравствуй, Грей. Узнала ли ты меня? Дитя мое. Совершенно такой. Они встретились только через 3 года. Случайно. Она его даже не сразу вспомнила. А через 1/2, весной 21-го, они официально зарегистрировали свой брак. Медовый месяц провели под Петербургом, в Токсово. Именно там, вдали от города, Грин и задумал написать свое первое большое произведение – роман о летающем человеке, за которым охотились власти. Он был свободен и потому опасен. Через 2 года роман «Блистающий мир» был опубликован. Грин получил приличный гонорар и предложил Нине: «Давай сделаем из нашего блистающего мира не комоды и кресла, а веселое путешествие на Черное море». И они уехали в Крым, где без сожаления потратили все деньги. В этот период Грина много печатали. Он стал желанным гостем и московских, и питерских издательств. Новая власть наконец-то признала его своим писателем. Ведь даже большевики умели мечтать. Грин разбогател и даже купил собственное жилье в Петрограде. Вот только молодая жена все чаще и чаще оставалась дома одна по вечерам. А уже немолодой муж все позже возвращался в новую квартиру с богемных вечеринок. Однажды утром он бродил в поисках бычков по аллеям летнего сада. Сел на скамейку, закрыл глаза и вдруг увидел парусник, на корме которого стояла прекрасная девушка с развивающимися волосами. Но как ни старался, не мог разглядеть лицо прекрасной незнакомки. Когда очнулся, увидел рядом с собой девушку, которая протягивала ему коробку дамских папирос. Изумленный Грин с увлечением стал рассказывать незнакомке сюжет своего будущего произведения. Та молча слушала его, одобрительно кивая. Потом резко встала и стремительно удалилась. Когда Грин догнал ее, она дала ему в руки листок. «Не преследуйте меня, я глухонемая», – прочел Грин. И тут его осенило. Это и есть героиня произведения, облик которой он никак не мог себе представить. Воспоминание об этой девушке не уходило. Оно напоминало всякое другое, удержанное душой, но с верным, живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. Но приходил вечер, и все начиналось сначала. Вино, женщины, скандалы. Нина понимала, что мужа надо спасать, и уговорила уехать в Феодосию, к морю, навстречу его мечте. В Феодосии Грины прожили 4 года. Это было счастливое время. Солнце, море, корабли, бесконечное путешествие по Крыму. Именно в Феодосии Грин начал работать над новым романом «Бегущая по волнам». Начало романа давалось трудно. Грин переписывал его 40 раз. Каждый новый вариант вслух зачитывал Нине. И по ее реакции определял, стоит ли сохранять. Однажды Нина, потрясенная глубиной написанного, даже заплакала. Этот вариант Грин и оставил. Жизнь Феодосии оказалась слишком дорогой. Деньги таяли на глазах. Именно поэтому, когда в 27-м году к Грину обратился некий Вольфсон, который предложил издать собрание сочинений в частном издательстве «Мысль», Грин согласился. На первый аванс он купил Нине крошечные золотые часики на браслете. Это был последний подарок, который он сделал своей жене. Из слухов об Александре Грине.
Говорят, что Грина бросила его Нина. Оно и понятно, ведь он пьет, как сапожник, и по-прежнему не пропускает ни одной дамочки. Только вот на что он пьет? Ведь у них совсем нет денег. Нина однажды действительно не выдержала. Тогда они уже вернулись из Крыма в Петроград, где он вновь окунулся в богемную жизнь. И она собрала свои вещи, но сдалась на уговоры, понимая, Грин без нее пропадет. После этого он написал еще два романа «Джесси и Маргиана» и «Дорога никуда». Пробить романы к изданию удалось большим трудом. Журналы печатали лишь тех авторов, которые писали о советской действительности, а Грин не собирался лизать пятки современности. В результате он попал в черный список авторов, книги которых не рекомендованы для массовых библиотек. Да, он профессионал, признавали все, но его романы насквозь мистичны. А разве советскому человеку нужна мистика? Чтобы иметь возможность работать, Грин был вынужден обращаться к ростовщикам. И продолжал надеяться на издательство «Мысль», которое пообещало издать собрание его сочинений. Но вскоре стало очевидно, что никакого собрания сочинений не будет. И тогда Грин в надежде получить денежную компенсацию затеял судебный процесс. Разбирательство тянулось 2 года. Грин в конце концов его выиграл. Но сумма, которую он получил, оказалась настолько мала из-за инфляции, что они едва расплатились долгами. Все это не прибавляло Грину здоровья. Врачи находили у него то воспаление легких, то обострение туберкулеза. В конце концов посоветовали сменить климат. И они с Ниной уехали в Старый Крым. В новом городе начались странствия с квартиры на квартиру. Иногда у них не было даже керосина, чтобы зажечь лампу, и куска хлеба, чтобы поужинать. Чтобы иметь хоть какие-то деньги, Грин принял предложение журнала «Звезда» написать очерки о себе, автобиографическую повесть. Самочувствие все ухудшалось. Через 2 года после переезда в Старый Крым он уже почти не вставал с постели. Понимая, что его дни сочтены, Грин мечтал только об одном – умереть в собственном доме. Нина попыталась просить помощи у Союза писателей, но ей отказали. И тогда она обменяла свои золотые часы, последний подарок Грина, на маленький домик. Праздничные, веселые дни обступили его. Руки любимых женщин провели по его щекам шелком волос. Охота в родных лесах и ночи под звездным небом воскресли, полные свободного одиночества, опасности и удачи. И сам он, Тарт, с новым большим сердцем увидел себя таким, как в часы мечтаний на склоне пустынных холмов перед лицом вечерней зари. 30 июня 1932 года у постели Грина собрался консилиум врачей и поставил страшный диагноз. У Александра Степановича оказался не туберкулез, а рак легких и желудка. Надежд на выздоровление не было. Когда врачи собирались уходить, в дверь позвонили. Это пришел почтальон. Он принес перевод на 500 рублей и 25 экземпляров автобиографической повести. Прощаясь с врачами, Грин каждому подарил по книге. У меня остался только один путь – на запад, туда, где заходит солнце, где вечная осень. Но кто сказал, что закат – это конец? Кто сказал, что смерть – это дорога в никуда? В тот же вечер Александр Грин скончался. Перед смертью он попросил вызвать священника. Во время последней исповеди покаялся во всех грехах. И когда священник спросил, примирился ли ты со своими врагами, Александр Степанович вдруг улыбнулся. «Батюшка, вы думаете, что я очень не люблю большевиков? Да я к ним совершенно равнодушен». Ну вот и все. Вот такую жизнь прожил Александр Грин. Поставили точку, и вернулось сомнение, надо ли так подробно рассказывать о жизни творцов. Может быть, прав сам Александр Грин, обращаясь к нам с такими словами. «Если потомки захотят меня хорошо узнать,
Пусть внимательно читают меня. Я всего себя вложил в свои произведения. Благодаря Соль, я понял одну нехитрую истину. Чудеса надо делать своими руками. Чудеса? Да, Пантен. Если душа человека жаждет чуда, сделай ему это чудо.